Тамила Хан, насколько мне известно, вы выступали долгое время в различных коллективах, в частности, в государственном оркестре ГАЯ, в группе Кярван, и у вас был дуэт с Евгением Бахтиным. А последние годы в основном солируете. Что вы можете сказать об этом? Вы знаете, дело в том, что я еще работала много лет у Рашида Меджича Бейбутова. Я начинала у него в коллективе, потом попала вот в государственный коллектив ГАЯ. Но на протяжении всего моего пребывания в разных коллективах я всегда пела, в общем-то, и соло. Просто у нас были ансамблевые песни, в общем-то. А потом, когда у нас вот образовался дуэт с Евгением Бахтиным, ну, какой-то период, наверное, как все творческие люди, мы немножечко так разошлись и решили каждый себя попробовать просто в сольном пении. Я не исключаю возможности, что я опять буду когда-то работать в каком-то коллективе, у меня будут, наверное, и дуэты, и квартеты, и секстеты. Это... Я не считаю, что это, в общем-то, что-то... что я поменяла свой жанр. Yine de gözlerim.